Люберчанам предлагают засветиться. В городском округе прошла масштабная акция по профилактике и предупреждению ДТП с участием пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции проводили со злостными нарушителями ПДД разъяснительную работу, а также дарили им светоотражающие элементы. Каждое третье ДТП в Подмосковье – это наезд на пешехода. С начала этого года в столичном регионе произошло более 1800 таких происшествий. 324 из них со смертельным исходом. Согласно статистике, более 1600 пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Почти половина из них пострадали по собственной вине. Пешеходы никак не хотят выполнять те правила дорожного движения, которые им предписаны. То есть все для себя решили, все знают, что да, машина должна пропустить пешехода. Но в тех же правилах написано, что пешеход обязан убедиться в том, что его пропускают. Профилактическое мероприятие в Люберцах лишний раз доказало этот факт. Зачастую люди рискуют собственным здоровьем или жизнью для того, чтобы сэкономить пару минут. И если некоторые пешеходы относятся к замечаниям инспекторов с пониманием, то другие и вовсе отказываются идти на контакт. Ходить нельзя. Что мне? Я маленькая, что мне 60 лет скоро еще. Не может ходить, а где нельзя? Посмотрите, какое движение активное. 14 уже человек погибло под машиной. Ну хорошо, я погибну. Ну что ж тут хорошего? Посмотреть профилактический ролик женщина отказалась, как, впрочем, и от светоотражающего браслета. Но другие участники дорожного движения охотно принимали сувениры от госавтоинспекции. Стоит отметить, что такие профилактические рейды сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе. Луиза Егазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.